Здравствуйте, дорогие телезрители канала «Процветок». Сегодня мы с вами поговорим про голубику высокорослую. Я Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственных наук. И вот сегодня мы будем резать молодые кусты голубики высокорослой. Так, ну вот смотрите, это 4-летний кустик. Он еще ни разу в жизни не обрезался. Смотрите, вот кажется, что вроде бы кустик молодой и веток еще мало, но на самом деле здесь есть уже вещи такие, которые не стоит допускать в кусте. Вначале, когда вы приступаете к обрезке, вы всегда должны понимать, что у нас живое, что не живое. Вот видите, вот эта веточка, так как кустик молоденький был, но она плодоносила. Вот он плохо пережил то, что плодоносило, практически умерло. И вот пару живых почечек, и ясно и понятно, что вот эту вот веточку, ну, во всяком случае, вот эту часть ее мы вырежем, да. Остальное будем резать уже постепенно, поясняю. Мы будем оставлять все сильнорослые побеги, хорошо развитые, прямо стоячие. И оставлять будем то, что, в общем-то, должно плодоносить, потому что в этом году, в принципе, для этого куста показано первое плодоношение. И вот смотрите, многие задают вопросы, как опознать, где плодовая, где неплодовая древесина. И вот посмотрите вот на эту веточку. Вот на этой веточке ничего плодового нет. Вы видите, почечки живые, но они маленькие, узенькие. Сейчас апрель. 12 число, да, то есть, уже должно быть хорошо все развито. И вот на этой же веточке вот такие толстенькие почечки, это плодовые почечки. Ну и смотрите, веточка еще молодая, а на ней вот уже 4 ветви, одна веточка очень слабенькая, 2 отогнутые, когда оно нагрузится листиками, оно пустится вниз. И ягодки, которые здесь будут вызревать, они тоже окажутся на низу. Поэтому, в принципе, эту веточку можно оставить, а можно, в принципе, даже и удалить. Но мы попробуем оставить, и вот оставим мы так. Вот это, в силу того, что она вегетативная, мы ее удалим, потому что у нас вот еще остается 4 веточки. Это идет на пересечение с другой веточкой, мы ее тоже удалим, да и эту тоже удалим, да. И вот уже у нас более понятная архитектоника куста остается. Вырезаем все вот такие подсохшие стебелечки. Потом, значит, вот эту веточку, она пересекается с этой. И здесь вот нужно определиться, что нам остается, что нам предпочесть, да. В принципе, на этой вот есть плодовые почечки. Ну и здесь вверху есть какие-то плодовые почки, поэтому я все-таки выбираю, лучше оставим мы вверху и ослабим здесь внизу. Все, что идет на пересечение, мы удаляем. Все вот такие вот слабо развитые побеги тоже удаляем, и они внутрь куста идут. Это вообще принцип обрезки всегда и везде. Все то, что загущает куст, все то, что идет на пересечение, высекается, потому что потом будут у нас все равно проблемы. И вот посмотрите, сейчас тоже вот такая ситуация. Вот хороший, такой прямо рослый побег, молодой. Мы его оставляем на перспективу, вырезаем подсохший сучок. А здесь вы видите вот на этой веточке, которая была изначально на самом кустике, то есть она самая старая в этом кусте, мы часть ее удалили вот эту вот. Но у нас остается вот 3 прямостоящих побега. И вот этот побег нам загущает куст. А загущающие кусты, побеги, нужно удалять, потому что, видите, это сейчас в голом состоянии, и то уже густо, да? А когда листья появятся, то будет слишком густо. Поэтому, вот этот побег, как минимум, его нужно удалить. И это для куста не страшно, потому что оставшиеся ягодки, они будут крупнее. Вот эту веточку тоже, она идет на пересечение внутрь куста. Ее нужно удалить. И эту тоже. То есть мы разряжаем пространство, вот чтобы вот таким образом кустик у нас развивался. Эту тоже вот на соседнюю веточку ложится. Здесь вот пенечек подсох. А рядышком, видите, вот плодовые почечки. И они уже могут быть. Сорт это, кому интересно, это Blue Gold. И вот внизу, обратите внимание, вот здесь вот, сейчас я перенесу мешок. Видите, вот такие маленькие слаборослые побеги. Вот эти слаборослые побеги нужно удалять. Вот видите, маленькая веточка, но у нее плодовые почки. Она будет цвести, но она махонькая, тоненькая. И когда ягодки созреют, она вот так вот ляжет. Ляжет, ну и понимаете, хорошо, что это такой некачественный урожай, оно и пахнуть будет нехорошо.
И если в огороде есть слизни, то, конечно, они будут тут же на этой ягодке. Поэтому вот это, без сожаления, убираем, потому что не бойтесь, потеряв пару ягод в урожае, вы получите их в качестве дополнительного веса. То есть оставшиеся ветки будут лучше развиваться, и те плоды, которые на этом кустике будут созревать, они получат больше питания. Поэтому это все, без сожаления, можно удалять. Вот еще такой интересный момент хочу показать. Когда люди спрашивают, как там размножить голубику, вот видите, это пошло уже от корешка. Да, таким образом, вот такую веточку можно достать, вырвать, и вот вам, пожалуйста, готовый кустик для размножения. То есть, так как голубика вегетативно размножается, это будет кустик такого же сорта, как и то, что вы сажали. То есть это готовый посадочный материал. Вот вы подготовите для него посадочную ямку, место, и вот, пожалуйста, можете таким образом размножать. И такое явление достаточно часто наблюдается. Очень часто задают вопросы люди, как правильно подкислять почву у голубики, да, грунт, правильнее сказать. Когда это делать, как это делать? Ну, на мое усмотрение, я знаю, что многие там электролит пользуют, значит, уксусную кислоту, лимонную кислоту. Ну, с моей точки зрения, это как бы... Ну, есть у вас хорошая практика, ради бога, практикуйте. Но правильнее это делать, ну, разумнее. Делать это серой, да? Вот у меня, допустим, сейчас такая гранулированная сера, можно коллоидная сера делать. Но сейчас весна, сейчас осадков много, и серу мы можем просто-напросто вот такую вот, просто вот посыпать поверху, раскапывать в случае серы. Грунт не стоит, почему? Потому что если сера попадет непосредственно на корешки, она их обожжет, и растение будет страдать. А если она сверху будет рассыпана, но когда вы сверху рассыпаете таким вот образом, особенно, ну, коллоидно может быть, но если мы вот так вот рассыпали, то нам нужно будет это все присыпать либо торфом, либо лапником прикрыть, либо щепа, опилки. Все, что у вас есть. Ну вот я, допустим, для этой цели, я знала хорошо, что я весной буду эту операцию делать. Я оставила лапник, и сейчас я это все прикрою лапником. А что еще можно сделать и нужно сделать? Опять-таки, повторяюсь, голубика – олиготрофное растение. Но, во-первых, у нас голубика высокорослая, и если мы хотим получать высокие урожаи, то мы должны ее кормить. Чем стоит по весне подкармливать? Это хелатное соединение цинка, да, потому что, ну, вот, цинк, он протектор от заморозков, и поэтому, ну, стоит сделать цинковые подкормки, опять-таки хелатные водорастворимые формы железа можно вносить, калий можно вносить с этой целью. И в канун заморозков, и если вы увидите на вашей голубике такие красноватые листочки, что у нас первое потребляется по весне? Это фосфор и кальций. Фосфор потребляется только при определенном pH раствора и при теплой температуре. Поэтому вот для фосфора и для кальция весной только внекорневые обработки по листве. И кальцием потом нужно будет работать достаточно часто, потому что как только интенсивно нарастает, вегетативная масса интенсивно развивается, для построения новых клеток кальций обязательно нужен. И это не реутилизируемый элемент, то есть он никогда не может использоваться повторно. Поэтому его внесение, ну, нужно на постоянной основе. И такие обработки у голубики высокорослой можно до 10 раз повторять за сезон. Ну, на этом сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите отзывы. До свидания. С вами была Тамара Лепцева.